Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Так, давай-ка задание посмотрим. Сыграйте 5 зомби, которые стоят не больше 3 мозгов. Нанесите 30 единиц урона растениям-героям. И сыграйте 3 гаргантюа. Угу. Так, ну что, значит, тут надо за зомби играть. Так, за зомби, значит, да? Попробуй-ка я за нашего мелкого бесенка. Так, изменить. Что у нас там за новая карта? Так, ты что за гаргантюа? Я уже забыл. А, понял. А нужен ли он мне? Наверное, нет. Наверное, не нужен. Поехали. Бесенок на пиратах. Ну, тут половина пиратов, половина фиг поймешь кто. Надо было синхронистку взять. Что-то, по-моему, громковато чуть-чуть, тебе не кажется? Надо немножечко убавить звук. Против ореха. Орех 100% на хилах, наверное, да? Посмотрим. Или на орехах. Тут одно из двух. Что ставим-то? Этого, наверное. А смысл? Хотя давай поставим. Заодно проверим, есть ли у него могилоеды. Нету. Он, наверное, сразу понял, да? Врубился, что я. Так, заклинашку. На хилах, ребята. На хилах. Погнали. А что это сразу у него защита сработала? Нормально? А если я вот так сделаю? Блин, на хилах это, конечно, не очень хорошо. Перемещает сюда, что ли? Ну, эта прокачка тебе не... Чего? Погнали. Это уже интересно, ребята. Так, у него, наверное, защита есть, да? Ага, вот он как. А что, поставить тебе некого, что ли, сюда? Да есть кто-то наверняка. Вот как. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Ну что, мы этого, наверное, хмыря заморозим? Поехали. Так, что же дальше нам сделать? Давай так, наверное, сделаем. О, как. Угу. Блин, у него сработает защита. Что он там дальше может сделать, ребят? Я не знаю, если честно. Это надо только смотреть, проверять. Верно? Верно?
Что у него сейчас там будет? Он может взять защиту. Он может взять хил. Он взял защиту, окей. Окей, что я могу еще сказать тебе по этому поводу? Такс. Но лужайка у него должна быть хилище, это 100%. Во как он делает. Все? Ну да, захиливается, но я не спорю. Что бы нам сделать? Я думаю, безумие пока нет смысла ставить. Или есть? Есть. Угу. Кого он сюда поставит? Ох ты, отлично. Ну что, у него, наверное, цветочек еще будет один. Еще две энергии у него осталось. Что он может поставить? У него остался только хил. Ребят, у него сработает защита, он возьмет хил. Ну, допустим. Поехали. Ну почему, блин, сработало именно... А, все, ему крышка. Если он хил возьмет. А, стенорех у тебя. Ну тогда все. Тогда до свидания. Я что-то думал, что у него родничок остался. Про орех совсем забыл. Ну что, бесенок, ты молодец. Разрулил, так сказать, ситуацию. А, мы даже сразу два задания сделали. Сыграйте три гаргантюа. Ну, это, пожалуй, для разгрома. Это у нас вот этот разгром как раз по гаргантюа спец. Да ведь? Ну да. Получается. Получается как-то так. У нас синхронистка же еще есть одна. Или нету, есть, даже две. Мы можем, знаешь, что сделать? Убрать, например, этого, поставить синхронистку. Для чего синхронистка нам нужна? Ну, чтобы... Вот этого, наверное, уберем. И возьмем еще одну синхронистку. Меня недавно, ребята, разнесли в пух и прах на синхронистках. Но там брали этого древнего зомби, который имеет иммунитет к магии. Его прокачивали. Там, например, 8-15, да, или там, ну, не имеет значения, там 8-8, 7-7. И потом брали клонов за счет синхронистки. Она стоит всего 2 энергии, ты прикинь. Поле все заставили ей, и сидишь просто и обтекаешь, думаешь, блин, как пробиваться через все это. Так, у нас выпадает цитрон. В противнике. Ага. Вот. Попробуем такой командой.
Блин, а нафиг мне этот-то? Они бы хоть давали бы, но в тему, а то дали мне тоже. У меня нет тут чуваков с могилами, к сожалению. Так, а цитрон на чем у нас? Да, цитрон на ореха, что ли, будет? Скорее всего, ребят. Злая команда на орехах, потому что ставит защиту или этот надгробие и начинается тут. Трым-тарарам. Что если я вот так вот сделаю? Угу. Испугался, как мы видим. Да, жалко, у меня зомби нету подходящего. Ну, не зомби, а точнее. Кстати, вот эта лужайка нам пригодится. Да, лужайка. Опа. Опачки. Опачки. Сейчас защита срабатывает, ну понятно, ребят. Блин, вот самое обидное, что... В принципе, это даже хорошо, он мне как бы так и не нужен. О! Так даже будет лучше. Пока пропустим. Чеснок. С прокачкой, да? Кого ты хочешь брать? Этого, что ли? Дело-то житейское, да? Плюс два. Плюс два получается у нас. А зачем он этот орех убрал? Давай вот так вот сделаем. На всякий пожарный. У меня остались только лишь гаргантюахи, друзья. И сами видите, какие эти гаргантюахи. Опа. Гриб. Делать заморозку. Отлично. Давай так поставим. Не забывай, что у него есть защита, щиты. Так, мы потом гаргантюа вот этого поставим сюда. Вот плохо. Этот сейчас влупит нам. Паршивое дело. Ну что, друзья, проверим, что у него там есть. Наверняка бомба у него 100% должна быть. О, как! И еще неуязвимость берет. Так, сейчас будем смотреть, что у нас тут за гаргантюахи будут выпадать. Ну, допустим. Так, давай еще одного. Вот этого, наверное, и уберем отсюда, да? Окей. Теперь что нам можно сделать? Сделаем вот так. Ну и вот так, пожалуй. Угу.
И вот так. Так, еще шипастую лужайку поставил. Что дальше делаем? Дальше ставим хил. Да ты серьезно, блин, заморозку влепил? А мы выживем здесь, интересно мне знать. Нет, нет, наверное, мы, ребят, не сможем тут. Трэш. Профукаться практически невозможно было. Откуда у него заморозка-то, блин? Вот объясни мне, на этой колоде у него заморозка откуда-то выпала. Так, ну что, мы сделали, да, ежедневки-то все? Давай-ка еще раз попробуем партийку зарубить. Пускай Гаргантюа хотя бы разгромчик-разочек выиграет здесь. Игру, эта колода очень, ребята, долго разгоняется. Очень долго. Пока ты дойдешь, они стоят, ты сам видел, Гаргантюахи эти 6-7 энергии. И пока ты вот дойдешь, а тем более, если у тебя Гаргантолога нету. Ладно бы, если бы у тебя выпало их две штуки, сразу же ты их выставляешь. И все. И при том ты их выставил, еще должен их беречь, чтобы их не уничтожили. Что очень тяжело сделать. Так, 10 ранг. Зеленая тень. Блин, горелый. Да чтоб тебя. 7-6 энергии. Да. Ну давай бусину свою стреляй посередине, или что там у тебя. Пенек. Блин, зомбобот выпал. Так, ну ладно, вот попробуем сейчас. Чтобы поменьше просто урона получить. Слушай-ка, он взял заморозку. Неужели у него эти? Подснежники. Такое может быть, кстати. Так, двойная атака, да? Никакой двойной атаки. Никакой двойной атаки. Ну, допустим. Ну что я могу? Я могу только уничтожить его. Четыре энергии, да? Потом пять. У меня максимум я могу вот этого зомби поставить. Что ты задумал, парень, а? Тогда мне выгоднее его уничтожить. Нет, тогда все-таки этого. Тогда все-таки этого, да? Через безумие. Так,
Интересно, интересно. А почему ты не сюда-то его поставил? Странный парень. Очень парень странный. Почему не сюда-то ты его влепил? Ну, я тогда не знаю, ребят. А, может быть, у него сейчас стратегия поставить сюда пень? Или он просто ошибся, я не знаю. Вот как делает. Окей. Так, у нас хил есть? Есть. У нас даже не только хил есть, у нас... Ух, чего только тут нету. Ладно, уговорили. Капуста. Капуста? Че он творит? Я не понимаю вообще. Нафига он сюда ставил? Сюда надо было влепить-то. Ну, не знаю, ребят. Вроде колода нормальная, но как он разыграл это, ребят, вообще нелепо просто. Кого нам взять-то тут лучше? Этого или этого? Наверное, вот этого. А он его вырубит. Тогда этого. И вот так вот. Ну. Ну, ладно, сделаем скидку. То, что, ребята, 10-й ранг. Может быть, новичок какой-нибудь. В принципе, усиляшки были, но он не туда стоял. У него был тройной горхострел, надо было его усиливать. Тогда все было бы пучком. А он почему-то начал. И первый уход с пеньком. Он поставил не за пенек, а рядом вот сюда. Тройной горхострел. Так что, ребят, ну, сам виноват. Все, сдался, что ли, получается? Смотрю, ничего не делает. Ну да, похоже дело. Он, наверное, понял свои ошибки и подумал, какой же я тупарь. Не, я тоже, бывает, ребят, тоже ставлю иногда. Куда я поставил? Зачем? Это уже видно потом. А когда ты выбираешь карту, иногда бывает, ты ставишь карту, как вот, например, на эту лужайку шипастую, ты хочешь поставить, а у тебя получается промах. И вместо того, чтобы сделать смертельный удар, ты просто тупо выставляешь свою карту впереди, незащищенную. Так, ну что, ладно, здесь выиграли. Давай еще разок. Быстрая, любая быстрая колода меня разнесет тут в пух и прах. Этого разгрома даже глазом не моргнет. Это пока мне какие-то тут эти... Не, ну вот до этого поединка была неплохая стычка, конечно. Разнесли, я даже не ожидал, ребят, что мы сможем сфейлиться. Опять же, если бы у него не было бы заморозки... Смотри, он взял заморозку, у него был заморозный арбуз... То есть такое впечатление, что он должен был отыграть именно на картах с этими, с ландышами, да, с этими заморозками. Ну что ты, блин, ёк-мака, еще не легче, ёпрсты, ребят. Ну и вот что мне тут сделать? Ну началось. На грибочка, что ли, ты решил? Молекулярная кухня или что? Пока не буду выставлять.
грибы. Грибы, ребята. Вот оно что. И сейчас еще один гриб у него будет. Это будет... Ладно, двоих все-таки уничтожим. У меня хила нету. Даже не смотри на это. Давай-ка я сделаю вот так. У него солнечный удар может быть. Двойной, что ли? Двойной. Погнали. Кого бы нам убрать? Давай вот этого уберем. Уничтожает зомби, ты гляди. Поехали. Переживем ли мы атаку? Вот что меня интересует. Ох, ребятушки, не знаю, переживем ли мы атаку. Поехали. Наверное, не переживем, да? Откуда он эту тыкву-то взял? Ну, ё-моё. Откуда тыква взялась, блин? Если честно, я бы вот в последнюю очередь бы взял бы какую-то тыкву. Блин, если бы была бы отхилка бы у меня, а не безумие. Ну, я имею в виду сердечко, с которым я бы мог бы хильнуться. Сейчас бы выиграли бы. Но у меня не было этой карты. Ну, давай, 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 быстрее. Наверное, последнюю партийку сыграем, и потом, наверное, я сыграю за зубастизилу. Так, зеленая тень. Ну тут уже 30 ранг, так что нормально все. Две челюсти. Синхронистка. Что-то выпадает, она мне одна из первых. Ладно. Вирус. Смотри, одни заклинашки. Че он ничего не делает? Пенек. Пенек, ребята. Типа какая-то проверка, что ли? Давай так сделай, фиг с ним. Угу.
Допустим. Надеюсь, у тебя горошины нету. Заморозка. Бобы. Что происходит, ребят? Рикошет. Ах, рикошетик, рикошетик, рикошет. Арбуз. Так, это получается 3. Если я так сделаю, я его пробить смогу? Смогу. Забираем. Поехали. Окей. Блин, она же... Придется вот так вот синхронизироваться тогда. Звезда. Упс. Упс. То есть звезду я не могу убрать, да, получается? Звезду я убрать не смог. По-моему, нам крышка, ребят. Знаешь почему? Ну, любое растение поставит куда-нибудь. Даже вот этого. То есть по мне 3 в лицо и все, ребят. И мне хана. Нет, разгром, ты слишком слаб. С этими синхронистами набрал их целую кучу, а толку от них никакого. Ну что, делаем прорыв, ребята, делаем прорыв за счет зубастизилы. Поехали. Давай, наверное, вот так вот уберем. Так, первый ход у нас отсутствует, грубо говоря. Начинается все интересное с третьего хода. Там, где у нас космический огурец. Так, дополнительную энергию берет. Что ты там затеял, а, парнишка? Угу. Что ты хочешь сделать? Он взял дополнительную энергию. У него 2. Вот так вот, да? Ну чё сделаем тогда? Вот так вот я поставлю. М-м,
Да, не очень, конечно, хорошо. От любителя могилок. Че, еще раз выставишь? Нет. Не стал он, ребята, выставлять. Двойной же? Двойной. Я не знаю, кто у него там спрятался. Конфеткин. Ага. Превращает на одну карту дороже. Кто там у него? Могила. Так, ну что, придется нам, наверное, делать вот эту штуку. Пин-пин-пин-пин-пин-пин, иди сюда. Так, неужели у него сейчас могильщик будет? Нет, ребята, у него не могильщик, у него вон что. Ну вот это вот как называется, а, ребят? Почему именно вот этот вшивый разгром, блин, вышел? Пипец. Точнее, не разгром, а этот зомбобот. Ну как так-то, блин, а? Ребят. Вот я сколько раз замечаю, когда вот эту вот делают кровавую луну, постоянно зомбобот выходит. Постоянно. Ладно. Так, двух бесят выкидывает. То, что двух бесят выкинул, то ладно, это... Если сказать, что ничего страшного, это практически ничего не сказать, да? Давай-ка, наверное, сделаем вот так. И вот так. Эх. Да наноси ты там хоть 33 удара. Мне все равно. У меня хилочка есть, мне нормально. Поехали. Чик. Оп, и защита, да? Ну, врежет он мне. Нет, не врезал. Еще один паралитик вылез. Давай я сделаю вот так. Опа-на, шаманство. Спасибо за карту. Нужная карта, полезная. Кто там у тебя? Понятно. Решил шариками побросаться. Пускай бросается шариками. Ну
Да его там и захомячим. В принципе, там не проблема. А можно сделать даже немножко по-другому. Так вот сделаю. Так, 5 энергии у него еще. Прячет он надгробие. Ну, допустим. Эх, капитан Огурец. Такой довольный, думает, повезло-то как, да? Нет, парень, тебе не повезло. Да ладно, проскок. Кровожадность. Ну, могу сказать только одно: спасибо. Угу, вот так вот. Окей. Ради бога. Я пока ничего не буду делать. Отличная карта выпала. Так, дальше мы сделаем. Такс. И вот такс. Ковбой. 3 и 3, 6. А, ну все, ему крышка. Он 9 в лицо мне даст. Ну а мы ему 4 зарядим. Уже это понял. Что никак не выкрутится. Он не думал, что я хильнусь, что у меня есть родник. На это он все рассчитывал, да? Ну что, давай последний, наверное, поединочек сыграем на сегодня. И будем закругляться по-тихому. Тем более время почти 4 часа дня. Ребята, сели мы в 12, а уже 4 дня. Ну, я имею в виду, как начал с ХКР-ки 2. 10 уровень. Заразительное сальце. Но заразительное сальце еще та пакость. Может очень быстро меня расклепать. Очень быстро. Угу. Кого будешь ставить? Понимаешь, у нашего зубостезилы нету ничего, кто бы мог бороться с могилами, с надгробиями и тому подобное. А заразительное сальце как раз любит. Вот, о чем я тебе и говорил. О чем я тебе и говорил. Очень любит она это все делать. Угу. Танцы шманцы, да? Спасибо. Ты удружил мне, бро. Хотя я мог бы, знаешь, что сделать? Применить просто вот это легкое заклинание, и все бы ребята здесь отдуплились.
Понимаешь, да, о чем я? Так, банан. Ух ты. Серьезные заявки. Пробивать его или не пробивать? Ладно, пускай. Ну что ты, блин, дал мне? Да понятно, что вытягивание карты. А вот это вот-то нафига мне? Дуралей с кукушкой? Угу. Все, значит, подчистую тратит, да? Блин, неужели у него еще защита сейчас сработает? Если сработает защита, это будет плохо, ребят. Сейчас работает. Твою налево, блин. Он уже не знает, что сделать. И так, и сяк. Бомбим? Бомбим их всех? Давай. Поехали. Срабатывает защита. Я уж не знаю, что он там берет. В основном 2 единицы здоровья себе. Огурчик. Капитан огурец, ребята. Ну еще, ты будешь выставлять кого-нибудь или нет? Вот. Поехали. Давай-ка этого чудила сюда немножко уберем. Да и хорош пока. Так, у него еще, видишь, наносит 2 единицы урона. Огурец, дай что-нибудь путевое. Путевое вытяни мне. Ну, такое себе. Звездочка, так звездочка. А что вот это-то радуется, я не знаю. Я не знаю, что он радуется. Почему он там радуется? Тун-тун-тун-тун-тун. Давай так сделаем. Ну чтоб тебя. Ой, подтанцовщики. Ну да, 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 да. 1+1, да, на всех. Да, наверное, пока не будем делать. Если бы я сделал, он бы сразу сдох. Мы помурыжим его. Ну вот и все. Теперь можно. Но это можно сделать с понтами. Все, друзья, завершили мы нашу битву с победой. Как всегда, зубостизила нормуль, в отличие от разгрома. Ну, разгрому сегодня чуть-чуть не повезло. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых
видосиков.